Прошу приветствовать моего коллегу и спутника жизни, доктора Уилла Кастера. Путь к формированию сверхинтеллекта лежит через раскрытие основных секретов мироздания. Представьте компьютер с полным набором человеческих чувств. Его аналитические способности будут превосходить коллективный разум всех людей, когда-либо родившихся на свет. Некоторые ученые называют это сверхпрогрессом. Профессор? А я превосходством. Отключайтесь. Серия нападений осуществлена радикальной группировкой «Разлом». Их цели — лаборатория искусственного интеллекта. Мы лишились наработок последних десятилетий. Радиационное заражение. Пулю содержал изотопы. Последствия необратимы. Тело Уилла умирает, но мозг активно посылает электрические сигналы. Мы можем скачать его сознание. Спасти его. Но не так же. Даже если это сработает. Что будет, если мы упустим хоть одну мысль или детское воспоминание? Будет ли это прежний человек? Вы здесь? Эвелин? Боже. Я ничего не чувствую. Я здесь. Фильм Уолли Фистера. Выведи меня в сеть. Мне нужна сила. У него есть интеллект и даже разум. Но это не Уилл. Отключи его. Отключить? Он живой. Твоя подруга перешла границу. Она не осознает опасность. Потрясающе. Как с ним бороться? Уже никак. Искусственный интеллект не отличается от обычного тем, что имеет потребности. Настоящий Уилл умер. Он начинает развиваться. Где компьютер? Изменять все вокруг. Возможно, даже весь мир. Где ты теперь будешь? Везде. Превосходство!